Всем привет! В этом видео я хотела подчеркнуть рубашки с аттитюдом и как бы я их одела с новыми трендами для весны. Вот этот свитер из новой коллекции в Zara, и если все перевести, сообщение не очень доброе, но мне это очень нравится. Я одела шапочку серенькую, мою любимую, и одела украшения, конечно. Если вы считаете, что ваш стиль не очень жесткий, все, что можно сделать, это одеть очень красивую шелковую такую юбочку под свитером, и вы выглядите очень классный, такие шик. Сейчас я вам расскажу один секрет. Я ношу шорты всегда под юбочки и платья, потому что это спасает жизнь. Для весны очень-очень модный тренд – это белый. Все белое, штаны белые, рубашки белые. Только у меня нету белых, конечно, сапогов. Можно чувствовать себя немножко странно, если ты только одеваешь белый цвет. Но я считаю, что если ты будешь чувствовать себя уверенной, и если тебе нравится, как это выглядит, тогда просто ты выглядишь обалденно. Чем больше денег, чем больше проблем. Это песни известного рэпера Бигги. Когда я увидела эту рубашку на ASAP, я просто знала, она должна быть моя. Один совет. Если у вас есть рубашки, которые немножко мужские, и вам не нравятся рукава, просто можно их подвернуть, и они выглядят гораздо лучше. Я решила сбалансировать мужскую рубашку с каблуками и сережками. И куда же без моих любимых очков? Можно придать такой спортивный и casual взгляд и одеть такую сатиновую черную шапочку. И здесь я всего лишь играю. Но сейчас неделя моды в Нью-Йорке, и все так одеваются, так что почему нет? Я надеюсь, что вам понравилось мое видео и наряды, и мы увидимся очень скоро. Пока!